Ежегодный турнир по боулингу «Зимний Кигелепад», который проводит администрация Ленинского района города Бреста и районная организация БРСМ, завершился. На протяжении 10 дней проходили нешуточные спортивные баталии между командами работающей молодежи, учащихся школ, гимназий, лицеев, для того, чтобы лучшие из них смогли доказать свое право называться первыми. На протяжении 10 дней с 16:00 до 21:00 в клубе «Космик Боулинг» проходил турнир наш. Были очень жаркие и классные, веселые дни для работающей молодежи и для учащейся молодежи. Ну и, наверное, как и для нас, для организаторов. Совместно мы проводили с Ленинской администрацией города Бреста. Это мероприятие, одно из мероприятий череды тех мероприятий, где мы вовлекаем молодежь в здоровый образ жизни. То есть есть ряд традиционных мероприятий, как тот же турнир волейбольный имени Карвата, те же соревнования по боулингу. Это ежегодные традиционные соревнования, которые мы проводим каждый год. И из года в год мы видим, что эти соревнования интересны молодежи, и с каждым годом участников все больше и больше. Администрация Ленинского района стала местом подведения итогов и награждения лучших команд и их игроков. Среди команд, работающих и учащихся молодежи, были выделены фавориты, и каждый из них по достоинству награжден. Это одно из тех мероприятий, которое должно существовать, и лучше больше. Не только рождественские турниры, считаю, но еще, может, какой-нибудь пасхальный, к примеру. Его как можно больше, потому что мы, честно, в первую очередь пришли двумя командами. Ну, представляю, команда одно место только заняла, но не суть. Мы пришли насладиться игрой, встретиться с коллегами побольше, пообщаться, действительно повеселиться. Для союзной молодежи получилось организовать активный и полезный досуг. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.